Доброго времени, всем отличного настроения. Сегодня у нас на обзоре катушный магнитофон TIG-X7R. Это младший брат такого же катушника, вот только чуть побольше размерами X10R. Индекс 7 либо 10 у них происходит, видимо, от размера катушки, соответственно, 7 катушки и 10. Эти магнитофоны выпускались с 1979 года. На момент выхода своего они стоили 185 тысяч йен. Вот, они были в разных модификациях, то есть сначала был X7, это прямоходный, трехголовочный, на 4 дорожки магнитофон. Дальше были X10M, трехголовый, также 4 головки. X10R, это старшие братья, ну, соответственно, у семерки были такие же индексы, только они были не 10, соответственно, а 7. Также X7R, это был шестиголовочный, четырехдорожечник. X7M это трехголовый, также на 4 дорожки. Вот. У семерки 2 тонвала, он реверсный в правую и левую сторону. Ну что, давайте послушаем, как он звучит. Про эти магнитофоны говорят, что они надежны, как автомат Калашникова. Но вот, к сожалению, мой магнитофон уже ломался. У него выходило из строя управление тормозами. Вот была заменена микросхема. Ну и, соответственно, были пропаяны все дорожки. Вот. И в целом он работает, с ним ничего не происходит. Отличное качество звука, отличный магнитофон, очень надежный. Если будет возможность протестировать его, весьма советую.